Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Для тех, кто меня не знает, я участвую в проекте Whole World Всем Миром уже пятый год, 2013 года. И в доказательство того, что я стала миллионером за три года, весь мой канал в этих роликах. Последние четыре года – это вся моя жизнь в этом проекте. Я в нем зарабатываю довольно успешно. Моя команда уже более 5000 человек. Но речь сегодня пойдет о так называемых сетевых проститутках. Я уже снимала такой ролик. И сегодня на глаза мне в одной социальной сети попался такой пост. Мой бывший партнер, на которого я потратила уйму времени, обучая его работать в проекте «Всем миром», два месяца хлопала глазками и не заработала ничего, потому что ничего не делала. Не сняла ни одного видео, может быть, сделала пару постов, не давала рекламу и так далее. Реклама – это двигатель торговли. И пока вы не наработаете структуру, структура вас кормить не будет. Этот партнер потратила кучу моего времени и ушла в другой проект. Прошел год. Видимо, у нее в этом проекте тоже ничего не получилось. И тут она начинает писать всякие гадости под постами моих партнеров по проекту «Всем миром». Смотрим. Эти лентяи пишут под постами моих партнеров вот такие вот тексты. Что этот проект никому не помог, хотя кричат на весь интернет, что помогают больным детям. Все это полный бред сивой кобылы. Специально с трудом нашли родителей детей, которым они якобы помогали. Интересно, что никакой помощи не получали от этого фонда. Будьте бдительны, это просто лохотрон, где всех обманывают и вытягивают деньги, предлагая оказать помощь. Вот только кому? Админа фонда никто не видел, они прячутся, и только им надо деньги. Видимо, уже не один остров себе купили. Просто бессовестная. И мне стыдно, что это мой личный партнер, на которую я потратила уйму времени. Вот поэтому мы сделали методику обучения мою платной. Потому что тратишь на них время, у них ничего не получается, потому что они ничего не делают. И поливают потом грязью наш проект. Вы вообще ходили на вебинары? Хоть один вебинар посетили? Вот я с Александром Комиссаровым общаюсь уже 4 года. И никуда он не прячется. И в Телеграме он у меня есть, и в Скайпе мы много раз созванивались. 4 года мы сотрудничаем. И она пишет, это не лозунги, я прошла через этот обман. А почему я 4 года в проекте миллионером стала? И все доказательства, что я стала миллионером, приобрела 3 квартиры, есть на моем канале YouTube. А вот она ничего не получила, 2 месяца ничего не делала и сказала, все, проект лохотрона, то, что он работает 6 лет, не считается. В итоге ее переманили в другой проект, она пошла в другой проект, у нее там тоже ничего не получается, пару чужих видео на свой канал выставила и все. Но если ты в другом проекте, какого хрена ты лезешь опять в наш проект и пишешь здесь всякую гадость? Это просто в интернете лентяи, идиоты, бессовестные люди. Мне стыдно, что у меня были такие партнеры. Правильно, что каждый труд должен быть оплачен, и бесплатно ничего не ценится. Ничего больше давать бесплатного не буду. Вот чем вы от меня отличаетесь, если я добилась успеха, если вы не инвалид, у вас так же, как и у меня. Две руки, две ноги, один рот, два глаза, два уха. Дуплицируйте мои действия, и у вас будет точно такой же результат, как и у меня. Снимайте видео, давайте рекламу, пишите посты в социальных сетях, снимайте ежедневно сторис, то есть истории в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. У вас будут постоянные зрители, популяризируйте себя. Не надо бегать из проекта в проект. У вас не будет так дохода. Стройте структуру в одном проекте и выходите на пассивный доход. Но прежде чем выйти на пассивный доход, надо попахать 3 года. Потому что бизнес нормальный строится как минимум года 3. И у вас все будет. Не надо нас поливать грязью. Если вы не добились ничего, это не значит, что проект лохотрон. Это вы лентяй. Это вы не смогли получить ничего. И доказательств обмана, кроме ваших ля-ля-ля, вы ничего не привели. На этом я буду заканчивать. Всем удачи. Всем пока.